Привет-привет всем, дорогие друзья и подписчики моего канала IT-навигатор с вами. Один из подписчиков, ну даже их было несколько в комментариях к моему предыдущему видеообзору, отзыву о Linux Mint 18.3 Cinnamon, по поводу тиринга написали, что в настройках NVIDIA в OpenGL Settings имеется такой раздел, который называется Allow Flipping. И если убрать галочку во время записи видео, то по идее тиринг и проблема с тирингом должна пропасть. Сейчас я вот на видеозаписи проверяю масштабировать, ну, то есть разворачивать на весь экран и обратно окно. Давайте еще, не знаю, Visual Studio Code запустим. Вот наша Visual Studio Code открывается. Проектик, ну да, это тестовое там, делал, скажем так, небольшое приложение на React и Node.js, ну, это в сторону. В принципе, надеюсь, что все работает. Сейчас закончу запись и как бы думаю, что если вы видите это видео, значит у нас все в порядке. Итак, где это найти? То есть... В чем минус, если мы снимаем эту галочку, и почему ее стоит снимать только во время записи видео? Если снять эту галочку и взаимодействовать с системой, прокрутки становятся не такими плавными. И, возможно, во время воспроизведения видео возможны какие-то рывки и задержки. Вот. Если эта галочка стоит, у вас все в порядке. То есть это такая, да, мера только чисто для записи видео. Итак, в NVIDIA X-Server Settings у нас, да, может быть такая ситуация. Третья вкладка, X-Screen 0. Если у вас там, да, несколько экранов, несколько GPU, вы можете здесь как бы смотреть, да, X-Screen 0 это ваш экран и GPU это ваша графическая плата, да, ваш графический процессор, видеокарта. Вот. И во вкладке X-Screen 0 у нас есть OpenGL Settings. И, собственно, здесь эта галочка. Вы также можете регулировать настройки изображения, что вам лучше, качество, производительность или так далее. Вот, собственно, из-за этой галочки у нас все проблемы. Ну вот, надеюсь, этот ролик также будет кому-то полезен. Спасибо, друзья, что подсказали решение в комментариях. Ну и до встречи в новом видео. Далее расскажу о текущей версии Deepin Linux от китайских друзей, разработчиков. Вот, ну, просили, сделаю, почему бы нет. Ну все, спасибо всем, до новых встреч, пока-пока.